Всем привет, дорогие друзья, с вами Саламандр. Сегодня мы продолжаем играть в Game Dev Tycoon. И мы остановились на то, что мы выпустили просто замечательную игру. Замечательную игру. Зомбивар. Да, черт возьми. И мы с помощью нее заработали. Сейчас посмотрим, сколько мы с помощью нее заработали. Вот! 4,5 миллиона копий! 40! 50 тысяч! 50 тысяч! Это просто супер! Все. Так. Как нет экранов загрузки? А, то есть мы будем... То есть полный мир, отлично. Объемный звук, я даже не знаю, что... Давайте вот это. Нет, нет, это очень плохо. Стереоскопическое 3D можно было бы. Дерево умений тоже... Ну, блин, я даже не знаю. Звуки! Кто все-таки переводил и даже не обратил на это внимание. Ну, давайте пробуем. И давайте наймем кого-нибудь. Комплексный алгоритм. На 100 тысяч кого-нибудь наймем. Давайте даже на 150. Чтобы сразу был специалист по технологиям, потому что еще мы начали играть по-крупному уже. Очень сильно по-крупному. Вот, отлично. Скорость, исследование. А, нет, фигня. Все-таки. Тут у нас замечательный технолог, но нам такой не нужен. Ну, вот этого давайте наймем, парня. Большие игры. Блин, надо было большие игры исследовать. О, китаец, азиат, простите, это азиат, китаец, это было плохо сказано. А что с ними плохо творится, они устали после игры? Или им плохо с азиатом живется? Так, где у нас большие игры? 40? Мы сейчас по-быстренькому запилим, мы не игру какую-нибудь, которая будет называться... Set Home какой-нибудь. Грустный дом. Пусть так, будет она для детей тематика, я не знаю. Пират, приключения, также RPG чуть-чуть, платформа. Xbox, игру движок. Это такой быстренько сейчас запилим все. Это знаете, это когда я в прошлый раз быстренько хотел запилить просто игру. Ну так просто, чтобы быстрее перейти, там, я уже не помню к чему. Я получил новый хит. Это было очень круто. Тут даже не надо этих выбирать. Какой ажиотаж сразу, это после того, как затмили. Прикольно. Кофе пьет, правильно. Интеллект хороший, диалоги тоже не. Диалоги побольше. Вот так. По-быстренькому сейчас создадим. Видите, тут даже дизайн с технологией. Это же инди-игры, они чуть-чуть поменьше, конечно же. Звук хороший сделаем. И дизайн мира чуть хороший. Чуть-чуть получше. Вот. О, видите, он по 6 целых делает. Технолог наш. Дорогой. О, отлично. Закончили. Не жду какого-то прям такого хорошего. А то у нас 2D графика, 5 уровень уже, конечно. Так, зато мы сейчас исследуем большие игры. Наконец-то, дождались. Давайте посмотрим. Я не жду, там будет просто... не знаю, что будет. Ну вот, так и думал. 7, 6. Нормальная игра. Просто нормальная игра. 6.25, средний балл. Все хорошо. Популярный жанр боевик. Можно было, конечно, сделать боевик. И тогда мы не маялись. Ну ладно, теперь ты чё? Ты чё там у нас в отпуск хочешь? Давай в отпуск пойдешь. Так, и сейчас мы просто создаем свой новый движок. Кто-то играет в Connect 4, который будет называться... New Tech. Ай. Микротех Engine 1. Микротехнологии двигателей. Как-то так. Пусть так, да. Только тут такая штучка, закорючка. Вот так. И что тут у нас? Так. Так.
это добавим. А зачем я его создаю, если там, в принципе, ничего нет? Рано слишком создаю, я тут подумал. Понятненько. Давайте еще создадим одну игру. Быстренько. Какую-нибудь средненькую, 18 плюсом. Там боевик. Так. Космический боевик. Как Dead Space, прям боевик. А также аркада. Средняя, назовем. Dead Moon. Мертвая луна. Почему бы нет? Dead Moon. Так, 18 средняя. Так, платформа Xbox. Игровой движок такой. Все, и быстренько сейчас опять все сделаем. Графика версия 3. Начнем. Вот. Этот у нас пришел тоже. История меньше. Движок такой хорошенький. А мне без разницы. Я буду отвечать. И вот этот. Так. Вот так. Поехали. Этот парень уже так, практически уже тоже. Тут окрепс. Ну вот, Dead Moon у нас собрался. Тут ажиотаж. Хороший такой. Да. Отличный просто. Какой хороший. Много людей. 811 тысяч. Я очень рад. 67 место. Отлично. Супер. Правда. Просто у меня голоса нет. Я сорвал голос, когда в прошлый раз радовался победе на рынке игровых культур. Как-то так, если можно сказать. Диалоги. Давайте без диалогов. Так. Ну, ты у нас в диалоги пойдешь, ты у нас в интеллект. Дизайн уровней давайте я сделал. Или ты. Вот так лучше. Да, говорю, поехали. Поехали. В атаку. Стартуем. Вот, я хочу, чтобы исследование до... Чё-то боевик не успели сделать, ну ладно. Исследование до 90, чтобы дошли, мы сразу потренировали там всех. А, ну, больше не поддерживается, вообще пофигу. Не поверите. Так, звук. Дизайн мира. Вот такой. Ты у нас за звук будешь отвечать, за дизайн мира. Так, где у нас технологии-то нормальные? Вот я. И... Не на кого графику положить. Так. Технологии, конечно, прут уже слишком сильно. Понятненько. Надо быстро нам не только технолога, но и дизайн, кто будет делать тоже. То есть меня качать. Вот успел. Ничего такого я опять не жду. Просто у нас ажиотаж. Надо было куда-то... Игра в онлайне, наконец-то. Ажиотаж какой-то сделал. Сейчас мы где-нибудь онлайн-игру, игры сделаем, понаделаем. Да ладно, ну что такое? Ну, мне кажется, это была ошибка. Хотя нет, смотрите-ка, правда крутая игра. Неплохая. Ну, все-таки тоже получился хит. Неплохо, неплохо. Очень радует это, конечно же. Да. Интересно, сколько она будет продаваться. Очень интересно. Xbox Next. 1 миллион копий, все хорошо. Деньги идут. Я уже не радуюсь, потому что я сорвал голос, повторяюсь. Я не просто бесчувственная скотина, я просто потерял голос. Голос. Так. Давай-ка ты у нас тренируешься теперь. Ты у нас теперь дизайнер. А ты у нас технолог. А ты у нас исследуешь что-нибудь. Тяжело исследовать, это помногу стоит. О, игра в онлайне, объемный звук. Нет, мы пока лучше прокачаем вот этих парней.
А пока посмотрим, как у нас все хорошо идет. Давайте посмотрим. Может, кого-нибудь наймем на... Кого-нибудь за 2 миллиона. Интересно, есть такие люди или нет? Я бы хотел поискать. Если есть, то зачем сразу тогда тупить? Так. Тренируешься ты у нас на дизайнера. Продолжай. Ну-ка, кто там у нас? 37 тысяч, 40, 55, 36, 37. Который 55, ну-ка, где ты? Вот он, да? Исследование у тебя, скорость, технологии, дизайн. Вот кто будет у нас отвечать за дизайн, я нашел этого парня. Я тебя беру. О, какого-то известного. Блинок. Не знаю, правда, известного или нет, ну ладно. Ему дискомфорт? В общем, когда появляется новый человек, они дискомфорт себя чувствуют, потому что я не знаю почему. Боятся, что я их уволю, что ли? Так? Не знаю, ну что-то все... Ты в отпуск у нас иди. У нас так отдых намечается большой. Все в отпуск. Ты тоже в отпуск. Не могу. А что сейчас дизайн качаю? Вот это надо сейчас быстренько тренировать. Я не знал, что так можно. Я забыл, что так можно. Черт возьми. Ну ладно. Типа они там говорят, мы не кусаемся, все хорошо. И вот он прокачался, типа сейчас все будет. О, намного лучше. Ну, мы тебя все равно в дизайнера. В дизайнера. Давай. А я пока... Так, тебя тренируюсь на программирование. Вот так. Вот. Что-то сегодня прям записал много серий. Там серии 3-4. Поговорю дальше, что я не буду больше делать заставки начальные, потому что это очень долго. Очень долго, ребята. Не сами заставки, а потом... В общем, ладно, не парьтесь. Правда, очень долго, поверьте. PlayStation 3 выпустилась. Ладно. Вообще пофигу, на самом деле. Главное, что теперь у нас... Как же тебе там было-то? Исследование. Нет, не то. Что ж, как тебе-то там... Ты ж теперь у нас, типа... Как ты называешь? Называется. А, вот, специалист по диз... 100 этих требуется. Ну ладно. Давайте-ка мы продолжение создадим. Dead Moon. Неплохо было бы. Давайте зомби-вар создадим. Там такая хорошая штука была. Большая игра. Большая теперь будет просто игра. Зомби-вар. Total. Total. Зомби... Ой. А, больше не пишется. Зомби-вар. А как восстание? Ну, давайте напишем Requiem. Я, правда, не знаю, что это такое Requiem. Ну, что-то знакомое. Боевик, приключения, платформа. На Xbox. Так. Начнем разработку. И большой стенд закажем себе. Будет просто огромный ажиотаж, просто будет супер, правда. Ну, у нас все хорошо идет. Так, ты у нас за дизайн, давай за геймплей отвечаешь сразу. Хотя нет, за дизайн нет, давайте кто-нибудь такой. Вот ты у нас за геймплей, например. А этот за движок, а этот, например, за это. За движок пусть этот отвечает. Вот так. История, хорошая история у нас. И движок чуть поменьше, вот так. Xbox больше не поддерживается. Нахрен я ее выпускаю. Очень странно. Ну ладно. Велика потеря. Может, что-то еще и будет. О, я начала опять в технологии. О, в дизайне идти, потому что у нас появился хороший дизайнер, который просто генератор идей, так сказать. Ну, давайте посмотрим, сколько у нас. 400 тысяч, 500, 700, 800.
889. Хорошо. 60-е место. Супер. Отлично. Ажиотаж огромный. Так. Давайте я дизайном уровне займусь. Интеллект чуть повысим. Диалоги. А, понизим, наверное. Чуть-чуть сделаем больше. Чуть-чуть. А пусть так. Вот. Хорош. Ажиотаж просто растет. PlayStation 4 вышла. Ой. Так, продолжаем. О, он по 7 вбивает туда, по 7 штук. Ну, кто-то там баги понаделал, конечно. Но это же большая игра, я понимаю, да? И она будет большая, да. Гениально, я сказал. Поэтому все так интересно. Давайте, кто у нас графику? Я тебя специально для графики. Вот. А ты чё тут? Понятненько. Вот. Так. Ты у нас отработаешь до конца свою графику. Вот. У нас просто дизайнер, он будет отвечать полностью за графику. И он загружен для графики как раз. Он не был загружен. И мы наняли его как раз на графику. А он сейчас загружен на 99%. То есть он сейчас просто, я не знаю, такое сделает. Можно так сказать, если... Конечно, багов в большой игре больше. Но мы сейчас их быстро. Фу, надо воды принести, наверное, попить, а то я уже замотался. Ой, так, кто снимите баг? Не успели еще там что-то внести. Новый рекорд, хорошее управление. Радую. Так, новый уровень. Отлично, выпускаем игру. Хорошо, это реалистичная погода, супер. Оп, уберись. Ну, давайте. Я надеюсь, это будет такая же хорошая игра. А, отлично. Ну, нормально, то есть хорошо. Но она уже большая. Ой, блин, все-таки не очень. Не, нормально, нормально. Так, хорошо. Да, хорошо. Вот что. Самое подходящее слово это хорошо. А, отлично. Просто супер. Сразу. Так, gold статус, все понятно, спасибо. Очень рады, что вам понравилось. Заходите к нам еще. Да. Это уже большая игра, уже такая. Да. Что-то я не прочитал, там что-то в конце добавилось, про какие-то ревнивые комментарии. Так. Я не знаю, сколько я пишу, уже надо просто не сразу все серии писать. Я очень тупо делаю, потому что я не знаю, сколько времени, я даже не засекаю никогда. 114 миллионов, отлично. Так, давай-ка мы тебя протренируем. Специалист по дизайну, давай. Сейчас посмотрим, что будет. Сильно станет? Нет? А пока мы исследуем... Что же можно за 15 исследовать? Вообще ничего нельзя, да? Жаль. Тематику новую. Ну какой хакинг? Давайте путешествуем во времени тогда уж. Так. Мне бы сейчас чашку кофе, которая у них стоит. А тут, кстати, не стоит. Это что за расизм? Был пипец. И... Ага. Два... Видно сколько. А вдруг 25? Хотя тоже нормально. 116 тысяч. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ага, все-таки 2,5. Лаборатория. И... Что? О! Ага. Блин, я уже ушел. Понятненько, и чё? Ага.
Чтобы начать проект, просто кликните по экрану для вызова меню исследования. Последний запуск. При этом даже можете... Ну-ка, давайте-ка, оп. Прикольная штучка, какие-то разные. Ну ладно, давайте. Ага. Угу. Ага. Это что? Давайте-ка вот это, хотя нет, что-нибудь. Стенд на ежегодный гриншот. Ага, собственно, выставки, собственно. Давайте-ка. Так. Ну, давайте. Бюджет, поменяйся. Вот 600 за месяц нормально будет. Так. А нет, давайте-ка побольше все-таки. Давайте по миллиону за месяц пусть. О! Давайте посмотрим, что это такое. Ага. Тут все разные штуки делают. Хотя для чего тут? Для чего? Это, чтобы собственные выставки делать, для чего вот это вот нужно, интересно. Ага. Нужно, типа, больше специалистов можно сделать. Прикольно. Ребят, ну это новый поворот, конечно. Я очень рад, что такое появилось. И чтобы сразу... Давайте-ка отдохните, правда, что я... Давайте-ка отсоединим какое-нибудь... Продолжение... Ну, давайте создадим приложение к сетхом. Инди-игра для детей. Так, платформа. Ай. Давайте на PC пока сделаем. Движок. Так. Все, слушайте, я вот эту последнюю фигню делаю и заканчиваю серию, правда, потому что я... Все у меня уже просто вот тут все болит. У нас просто мало людей, которые помогают, поэтому я решил сделать. Ну, а чё нет? Хотя сейчас они тоже будут, наверное, помогать. А это что такое? А, игра 36, так и назвал. Ой, я дурачок, ребят. Я зачем-то заказал большой стенд. Зачем? 50-е место, отлично. Диалоги побольше, интеллект. Вот так. Чё тут с тобой? Ты же в отпуске у нас. Отдыхай. Давай. А, ты не была в отпуске, точно. Прости. Прости, я забыл про тебя. Звук будет хороший, дизайн мира хороший. Вот так. Прикольно. Вообще супер, ребят. Ну просто... Я думаю, после такого игра начнет опять притягивать к себе, потому что... Ну, прошлое уже надоело, создаешь игру. Тут что-то новое уже просто... Как много людей, много, да. Супер. Все, давайте завершаем. Так, я не ничего, в принципе, такого хорошего не будет. Ну и что? Да, хорошо. 7 деньги. Игра 36. Ну-ка, ну-ка. Ну, понятно. В общем, пятерки поставили нам. Ну, понятненько. Ладно, чё, это так просто было. Пока люди отдыхали. Так, ты у нас тут... Технологии, так, технологии. Давай, ты должен у нас докачаться. Сколько-то нужно? 500? Ну ладно, давайте. Сохраняемся. Вот. И всем спасибо, что посмотрели. С вами был Саламандр. Я думаю, что это новый поворот в игре, и она будет притягиваться еще большим энтузиазмом. Так, всем спасибо, удачного вам дня. До свидания.